закончили проклейку автомобиля через Тигва. Все у нас одним сплошным слоем проклеено, обязательно прокатано. Арки защищены более толстым материалом из той же самой линейки, но с более плотной фольгой и, соответственно, с толстым слоем битумной основы. Также везде проклеен пол, проклеен теперь у нас центральный тоннель. Прокатали крышу. Обязательно двери изнутри. Теперь у нас она так уже не барабанит. Соответственно, это будет препятствовать проникновению шума снаружи. Ну, проклеили полностью крышку багажника. Теперь у нас здесь маленький кусочек ведрухи, а она проклеена вся по максимуму. Ну и арки изнутри тоже проклеены. Материал этот обязательно разогревается перед его нанесением. Теперь можно приступать к подклейке следующего слоя. Это тепло и шумоизолятор.